Всю анимацию можно найти в интернете. Набираете Sprites Mortal Kombat 3 и находите. Правда, она находится в GIF-анимации, которую я импортирую в QuickTime, потому что GIF-анимация не поддерживает прозрачный фон. Всем привет, и сразу к делу. Заранее скажу, что никаких претензий у меня нет. Отличный видеоурок, Олег. Просто, я как человек, который только начинает осваивать Adobe After Effects, не сразу справился с преобразованием решения GIF в MOV. В сети я практически не обнаружил подходящих методов инструментариев. Были некоторые, но после преобразования через них на полученном видео MOV формата либо оставался фон, либо Adobe After Effects его просто не открывал. Способ, о котором вы говорите в видео, действительно сработал и даже очень хорошо. Я пытался удалить лишний фон методом кейинга, то бишь хромакеем, но вы видите, что получилось. Однако, вы не совсем объяснили, как же преобразовывать из GIF в MOV, используя QuickTime. В видео вы ясно сказали анимацию, которую я импортирую в QuickTime. А если есть импорт, то должен быть и экспорт. Сейчас я показываю, как из обычных картинок PNG формата с использованием приложения GIF Movie Gear сделать GIF-анимацию, а позже преобразовать ее в MOV, который бы хорошо поддерживал Adobe After Effects. Открываем приложение QuickTime и в меню «Файл» выбираем пункт «Открыть файл». Выбираем нашу полученную GIF-анимацию, экспортируем ее, используя настройки QuickTime, здесь мои настройки и обязательно формат MOV в параметрах. Указываем тип «Анимация», здесь есть различные типы, но мы указываем «Анимация», «Наилучшее качество» и «Кадры». Так и должны быть. Видео экспортируется, и после чего его можно свободно использовать в Adobe After Effects. Сперва заносим в композицию наш задний фон, добавляем его в проект. Экспортируем наш MOV файл. Заметьте, если вы поставите галочку на чекбоксе «Invert Alpha», то ваш проект, так сказать, инвертируется. Это вам не надо, поэтому оставьте это поле пустым. Далее вы можете свободно выполнять различные манипуляции Sub-Zero, как это было в видео, например, у Олега. Например, мне захотелось, чтобы он бил меня, когда я приземляюсь на гараж. Вот что получается в конечном итоге. Спасибо за внимание. До свидания.